Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача 556. Дано. К задаче прилагается рисунок 194. И на этом рисунке изображен угол О. Его пересекают параллельные прямые АВ и СД. И нам нужно доказать, что отрезки ОА и АС пропорциональны отрезкам ОБ и БД. Это значит, что отрезок ОА так относится к отрезку ОБ, как отрезок АС относится к отрезку БД. Рассмотрим наш чертеж. И рассмотрим на нем углы, вернее, треугольники рассмотрим АБО и треугольник АСС1. На рисунке изображены равные углы, угол 1 и угол 2. Вот угол 1 и угол 2. И эти углы равны, ну как показано на рисунке. Также равны угол 3 и угол 4. Угол 3 равен углу 4. Таким образом, два угла треугольника АБО равны двум углам треугольника АСС1, значит, треугольники подобны по первому признаку подобия треугольников. А раз треугольники подобны, то их стороны пропорциональны. То есть сторона ОА так относится к сходственной стороне АС, как сторона ОБ относится к сходственной стороне АС1. Ну, это равенство мы еще можем так переписать. ОА поменяем местами ОБ и АС. ОБ, АС и в знаменателе АС1. А теперь рассмотрим отрезок АС1. Если мы возьмем четырехугольник АС1ДБ, в этом четырехугольнике его противоположные стороны АБ и АБ, вот запишем АБ, параллельно С1Д. Ну, поскольку по условию прямые АВ и СД параллельны. А вот прямые АС1 и прямая БД. Угол 2 и угол 1 – это два соответственных угла, образованных при пересечении прямых АС1 и БД, секущей ОА. И раз эти соответственные углы равны, то значит прямые АС1 и БД параллельны. Ну, поскольку соответственные углы при пересечении их секущей равны, получается, что четырехугольник АС1ДБ образован двумя парами параллельных прямых. То есть его стороны, противоположные, параллельны. Значит, такой четырехугольник является параллелограммом, а в нем стороны не только противоположные стороны параллельны, а еще и равны. То есть сторона АС1 равна стороне БД. Значит, тогда мы можем записать вместо АС1 БД и получим такое равенство. ОА так относится к ОБ, как АС относится к БД. А это то, что и требовалось доказать. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения, пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.